Большинство людей еще и не просто совершили неосторожность, а еще и большую глупость. Ну, потому что ты никому нигде не нужен, кроме России или русскоязычного пространства. И сейчас они понимают, что деньги-то все зарабатывались только здесь. И большая глупость уехать, еще и кучу наложить под дверью, а потом вернуться и пытаться через эту кучу переступить и зайти в такой незаляпанный в белых брючках.